Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Лайк Югами и добро пожаловать на прохождение Animal Shelter. Усаживайтесь поудобнее, всем приятным просмотром, мы продолжаем. Ребят, что у нас? Тяжелые будни настали, да, в игре, потому что у нас нужно гриндить, гриндить и гриндить. А гриндить не сильно-то мне его нравится, потому что тут, чтобы заработать нам с вами... Нужно 8 тысяч для постройки одного здания. Нам нужно куча собак и куча кошек привести в хорошее состояние. Потом их отдать в добрые ручонки. И это очень долго. Это называется гринделка, ребят. Но я не сильно-то и хочу прям много часов тратить на гринделку. Вот, и поэтому я даже не знаю. Вы напишите, что это стоит. Стоит ли дальше продолжать? Не стоит так. Я думаю, сегодня мы сейчас двоих кошек. Или двоих кошек, или двоих собак. Ну, уже с кошки начал, ладно, тогда две кошки мы с вами. Две кошки с вами сейчас ухаживаем и отдадим добрые ручонки. Вот. И мне прям не сильно-то не нравится вот эта гринделка. Обязаловка, знаете. Когда нужно гриндить. Стой ты, мать. Дай, тебе поглажу. Угу. Подожди, что? Он пускай на поезд, я пока еще одного. У него, кстати, медицинские показания низкие. Вот. Принять живание. Газ. Ну давай, Гаставо. Перемием тебя тоже. Игра просто замечательная, но из-за того, что вот эта рутина гриндить, нужно ухаживать за живот, одно и те же действия. Просто вот это, знаете, меня немножко накаливает. И этим неохота заниматься. Я лучше какую-нибудь другую игрушку, мне кажется. Машинка для стрижки, понятно. Позапишу. Хотя, смотря что вы ответите, ребят. Если вы, в принципе, считаете так же. Или наоборот, такой, Лайгам, ты что, дурак, что ли? Такой, что такое? Давай продолжай, мы что ж. Нам нравится игрушка. И все, и тогда будем. А если как бы. Просто не сильно-то и отзывы я вижу по ней. Кто-то что-то пишет, такой, вау, вот это и клуб, крутая игрушка. Поэтому тоже. И не сильно-то. И охота играть ту игру, которую никто не смотрит. Поэтому все в ваших руках, ребят. Так, а там воды нету? Есть вода, ты что? Стой. Извини, братишка. Так. Ага. Слушай, дай я тебе шерстку сразу тоже на четверку, да? Сразу расчесываю. И все, замечательно. И тебе, товарищ, порасчесываю. Так, какашу ли вы мне тут натворили, да? Так, я что, не взял разве? Взял. И мы сейчас посмотрим, товарищ. Что тебе беспокоит? Что-то у нее какие-то, видите, показания медицинские. Из-за них, кстати, падает все остальное. А, у тебя несколько был ран, ёшкин кот. Я думал, у тебя и лапка, значит, у тебя и, смотрите, какая. Нифига себе, больная кошечка нам, бедолага, попалась. Так, пластырь есть? Есть. Замечательно, идеально. Пойдем, ты мой радостный Нобес. Пойдем, Нобес.
Так, сейчас сразу пофотографировать вас надо, Нобис. На что там? На пятерку? Замечательно. Замечательно. Звук, кстати, завис за зрители. Он хлещет. В водичке хлещет. Так, в другую сторону. Так, стой. Отсканировать. Так, стой. Отсканировать. Надо, кстати, все фотографии подобрать, куда-нибудь выкинуть. Вклеить куда его? Но у нас все стены будут обклеены этими фотографиями. Поднять. Так, а я больше не могу, да, поднять? Замечательно. Ничего личного, но куда я реально, куда их фотографии буду лепить? Поэтому подбираем их. И к моему... Кстати, вот же у нас есть. Глубочайшему сожалению, я буду избавляться от них. Так, давай, Нобис, для тебя первый найти дом. Животные настолько не доверяют людям, что ему не можно сдать семью. Ну, ничего страшного, сейчас он. Смотрите-ка, не доверяет мне, говорит. Найти дом. Так, а это у нас кто был? Газ. Угу. Замечательно. Там какули, да, у вас, я так понимаю, лежит у кого-то. Так, все нормально. Нормально. Так, кто нам не доверяет, товарищ? Ты нам не доверяешь, да? Пойдем поиграем с тобой, малыш. И указка. Где ты? Давай. Так, что у тебя там? Трешка? О, растет, смотрите, нормально. 3400 уже. Ты вообще тут забегает туда. Щатка, ты сейчас щатка. Вот ты хулиган, посмотрите, какой хулиганище. 3500, все нормально, потихоньку растет. Малыш. Ты тут звук реально залагал. А че у него? Подожди, может лоток ему нужно купить? Ну-ка, подождите-ка. Мне кажется, лоток нужно купить, да? Так. Где у нас корм, медицина? Лоток. Нет, лоток. А где мешок для отходов? Игрушки. Для собак. Календарь. Для собак. Пальма. Ночник. Пока забери меня домой. Так, подожди. Ну, по идее, гиена. Вот это что, лото? Это для наполнитель. Место, где кошка может сходить. Во, точно. И наполнитель. Надо было, кстати, ее давно купить, да? Что-то шо. Слушай, дай я тогда еще один лоток. Так, для двух кошек. С вами.
Ага, ну давайте, давайте. Нет, стой, блин, зачем ты? Я хотел коробочку взять и выкинуть ее. Я игру, наверное, не буду, наверное, забрасывать. Я изредка, изредка буду заходить в нее, кстати, через забор как-то. Буду заходить иногда. По два питомца, наверное, буду вот так, как сегодняшних. По два питомца, наверное, буду вот так ухаживать. И наполнитель, я так понял, да? Где он на шестерку у нас наполнитель? Угу, смотрите, как много. Так, кис, иди. Разворачиваем. И наполнитель. Угу. Так, мадам, давайте. Хромонушка ты моя. Кстати, у меня под есть почти похожая кошка живет. Только она у меня черная, тут больше. А она рыжая. Испражнение. А что ты не хочешь, я не пойму. Иди давай. Вот, вот это уже лучше, смотрите. Так, замечательно. И где для кошек у нас? Для котят. Тут разницы нет, да, наверное? Он меня отблагодарил, такой мяу. И водички. Мау, видите, они чисто благодарны. Мау. Ой, 5000, смотрите. У этого, кстати, четырешка уже. Можно уже тоже размещать объявление. Так. У тебя фотографии нет, да? А, не, у тебя и наоборот есть фотография. У Хоббиса нет фотографии. Загрузить, где у нас Хоббис? Выбрать новый дом. Ганс, Газ, Христиан Андерсон, да? Замечательно, что у вас какие характеристики? Больше времени и взрослые в доме. Замечательно, спасибо телепончик, спасибо огромное вам. Так, смотрите, смелый, любит смелых. Кстати, есть одно совпадение, второе совпадение тоже есть. Ага, быстро ест. Что это за любитель? И время. Три есть. Три совпадения у нас есть, ребят. Так, Дмитрий. Одно совпадение есть. Два совпадения есть. Три совпадения есть. Тоже три совпадения, да? Какой-то наркоман. Так, подожди. Раз, два, три. А, четыре даже у нас. Во, вот это вот, чувак, чувак, давай, давай, давай. Это у нас Газ, ага. Фига себе, четыре совпадения. Это хорошая семья. Так, это Хоббис. Угу. Пойдем, малыш. Малышка, мы тебе прям хорошую, прям реальную нашли. Нереальную хорошую семью мы тебе нашли, братишка. Так. 144, я бы тут 160 бы дал бы себе бы. Тимофей. Так, он не любит занятых людей, хорошо. Одно совпадение уже есть. Два совпадения уже есть. Три совпадения уже есть. Мать, ну ты кандидат на то, что ты заберешь. Два совпадения есть, три совпадения есть. А он занятой. Нет, чувак. Нет, значит, Лизи уходят. Лизи уходят.
Замечательно, наш питомец, то есть уже ваш питомец. Видите, как мы сегодня быстренько оп-хоп раскидали. Раскидали и все. Замечательно. Идем в компьютер. Кстати, надо... Ух ты, вообще 150. Надо, вы знаете, что мне вначале смотреть, сколько у нас денег и сколько мне это все приносит. 700. Уф-уф-уф. 600. Ну, тоже это больше, чем даже средний. Замечательно. Сколько у нас денег? У нас с вами 7000. Но нам надо 8000, чтобы... Давайте по 3, наверное, кошки. А не по 2 кошки. Так, медицина, что там надо? Собак нет, собак я не хочу. С кошками проще. Кошка, ой-ой-ой, что это такое? Какой милый. Так, давай, Зиги. Давайте по 3 кошки, значит, мы будем, типа, за выпуск. Ну, не только кошка. Может, и собак по 3. Но мы будем по 3 питомца за одну серию тогда с вами воспитывать, лечить, хаять, играть, мыть и отдавать хорошим людям. Пинцет. Так, с какой... С той стороны, я так понимаю, да? Ах ты, паршивец, смотрите. А, похоже, животное... Точнее... Не похоже, что животное ранено. Ага, все. Быстренько мы тебе даже. Слушай, а где фотоаппарат, фотоподки, где... А, вон тут, кстати, делать. Да, блин, что ж ты? Нет, чувак. Вот так вот. Он, кстати, при том каждый раз так делает у меня. Так, давай с тобой сначала поиграем. Вот так. Замечательно. Потом тебе шерстку-то намалюем. Так, 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 так. Нравится, да? А, он мне нравится, нравится, нравится. Ух, у меня уже этот устало. Все-все-все, замечательный дружок. И пойдем сразу. Сколько ты, сколько мы уже заработали с вами? 3400, а это недостаточно, да, вроде бы? Для того, чтобы... Это вроде бы недостаточно. Угу. А где у нас галереи? Давайте галереи почистим пока. Вот так, вот так, вот так вот. Угу. Вообще, может, туалет сходит, как раз у него появится. Так, чувак. Ты пойдешь? Он не хочет, кстати. Но мы можем с вами как поднять, ребят, ему настроение и себе, и ему. Поиграть с ним просто сможем. На нолик, да, я вроде бы сделал. Да. Малыш, давай. Сколько там? 3600. Нормально, нормально. Бегаем, бегаем, бегаем. Резвимся, играемся. Не догонишь. Опа, теперь в другую сторону. Бегаем, играемся. Замечательно. Опа, опа, опачки, опачки. Сколько? 3600, блин. Чувак, это рэпчик, ты что? Ты что не наиграл? Ладно, давай клетку высажать. Ну не клетку, вольер, кого и клетку. Так, у тебя маленький, кстати, прикольная шерстка у него. Вы на зайца реально похож.
Иди в туалет, иди в туалет. Почему ты не хочешь? Может, я как-то должен убирать за ними? Чистый написано. Нет. 3700. Так, давайте я посмотрю еще какую-нибудь игрушку. Может, прикупить. Тихонечку нужно этот. Игрушки. Это четко, это есть. Кость для жевательной. Лазер с указкой. Мячик на пружинке. Это для кого у нас? А тут, кстати, не написано. Для собак или кошек? Мячик, мячик для щенков. Футбольный мячик. Ну, давай возьмем. Чтобы вторую клетку тоже. И украшение давайте какое-нибудь еще с вами. А рыбы пришли от изобилия процветания. Ага. Чашка. А, пока забери меня домой. Забери меня домой. Открытая коробка. Давайте тоже купим. Я не знаю, что это такое, но посмотрим. Для собак, для собак, для собак. Красивый квадрат для кошек. Я деньги пытаюсь это, заработать, а вместо того, что я трачу не на ненужные товары. Ну, что делать? Жизнь такая, не мы такие, ребят. Так, мне надо что-то сюда переместить. Нет. Вот так это выкинуть. Так, и пойдемте разместим мы с вами купленные. Так, а куда мы тебя, товарищ, можем? А, мы можем вот так. About me. Так, что дальше? Что там? Так, вот так вот. Ау! Все для тебя. Рассветы и закаты. Все для тебя. Чтоб все у тебя было хорошо. Так, слушай. А куда он пошел? А, он сходил в туалет. 3900. Ну, все, 4 штуки есть. Все, замечательно. Мы можем уже его отдавать. Найти новый дом. Загрузить. Ёшкин кот, я же, блин. Я же все фотографии удалил. Ну, кадр. Ничего страшного в этом нету. Мы сейчас все это отсканируем. Угу. Вот и есть выбрать новый дом. Жанна Прийский, Филипп Киркоров, Егор какой-то и Ксения Бордина. Так, товарищ, что ты у нас любишь, кстати? Ты у нас, ага, больше времени. Быстро ест. Большой мочевой пузырь. Недоверчивый и обжорка. Так, замечательно, слушай. И тут девчонка, ой, Ксюха еще, да? Давай посмотрим на Ксюшку. Так, что ты не любишь? Из-за этого ничего нет. Нету, замечательно. Одно совпадение есть, и все. Что это? Ну, это не серьезно. У Наташки Соколовой день рождения. Ксюха, ты что у нас? Ты что у нас у тебя есть? У тебя есть больше свободного времени, и все, больше у тебя ничего нет. А, ну вот еще вот это. Большой мочевой пузырь. Так, большой мочевой пузырь замечательно есть. Второе совпадение есть. Но два совпадения это лучше, чем ничего, да? Я правильно же говорю? Правильно. Там хотя бы одно совпадение. Все, мы нашли.
Пойдемте относить, а отвозить и отдавать добрые ручонки нашего питомца. Смотрите, сколько я игрушек ему все расставил тут. Ребята, ритуальчик узнайте, лайк, подписка и комментарий на мой видосик. Не болейте, не чихайте, всем хорошего настроения, увидимся в следующий раз на канале Like of Game, но точнее уже завтра в новых сериях. Я правда не знаю по какой игре, 122, но тоже нормально. Так, сколько тут? 400, ну, ниже среднего даже, но все хорошо. И у нас с вами 7000, у нас было 7600, да? А я вместо того, чтобы сэкономить, потратил. Эх. Всем пока, ребята.